Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья, товарищи, граждане. Прям нынче время такое эклектичное. И не знаешь, кого как назвать. Вчера был 1 мая, сегодня Пасха. Вчера коммунисты приходили к Владимиру Ильичу. Сегодня пойдут с куличами в церковь. Но уж сходили, отмахали им там все. В общем, праздники слились в один сплошной поток. Да еще 10 дней нам подарил господин президент. Спасибо ему большое. 10 дней оплаченного безделья всегда радует население. Но не всегда радует работодателей. Ну да бог с ним. Короче, сегодня Пасха. У всех куличи. Но так как мы тут, в общем, сомнительного вероисповедания, я, жена вообще известна, что мусульманка. Поэтому у нас тоже праздник. Мы радуемся вместе со всеми. Но у нас будет сегодня не кулич и не Пасха. А вовсе даже будет торт. Торт будет шоколадный, буржуазный. Очень шоколадный. Весь рецепт я выложу, как обычно, в комментариях под постом. Можете посмотреть. Но давайте начнем с самого долгого. В качестве крема у нас будет сегодня, так как торт шоколадный, соответственно, будет шоколадный ганаш. Рецепт которого мне прислала старшая дочь, которая училась на кулинарных курсах. И вообще весьма увлекается кулинарией, особенно кондитеркой. Я лично кондитерку не очень уважаю. Ой, вернее, очень уважаю, но не очень люблю, потому что там все надо взмешивать до граммов, измерять до градусов, пропорции соблюдать неукоснительно. Ну, а вы же знаете, у меня характер там ляп-ляп. Вперед, вкусно и уже хорошо. Короче, так, начнем с ганаша. Слишком длинное вступление. Вот, кстати, видите, тут у той и демонстрации, и куличи, и все, что вы посмотрели, познакомились. То надо вспомнил, а то тут в интернете некоторые задают вопросы, в честь чего празднуется 1 мая. Никто уж и не помнит, что в 1886 году была в Чикаго расстреляна демонстрация рабочих, которые пытались высказать свои права. Ну, в связи с чем и празднуют теперь до сих пор этот день 1 мая. Вообще, насчет выступлений за свои права тут есть о чем подумать, особенно в нашей стране, особенно в наше время. Ну да, не будем о грустном. Приступим к ганашу. Ну что, ганаш, судя по описанию, которое закинула нам Катя, это вообще элементарно. Два ингредиента всего. Темный горький шоколад и сливки для взбивания. Вот они, 33%. Рецептура там приведена, если досмотрите до конца ролика, можете посмотреть. Значит, что делается? Шоколад, вот здесь вот одна плитка 90 граммов, потому что он 70%, растапливается на водяной бане, либо в микроволновке. А потом тремя частями туда добавляются сливки. 200 граммов сливок мы берем, давайте их взвесим, как положено, кондитерки. Если я повернул цифрами к себе, верьте мне на слово, 200 граммов сливок. О, ну, 206, я думаю, нас простят, потому что и шоколад-то не 90, как по рецепту, а 100. Так, это отставляем в сторону, сливки нагреваем до кипения. А потом будем вводить их в растопленный микроволновке шоколад. Сливки на плиту, шоколад в микроволновку. Давайте все-таки возьмем емкость побольше, будет удобнее мешать. Вот такая бодилька. Вот наш шоколад. Как-то не моих масштабов немножко. Ну да ладно, это эксперимент. Смотрите, вот так растопился шоколад. Хотя я не уверен, что я его не перегрел. Ну, если я его перегрел, то у меня получится не ганаш, а говнаш. Ну, видно будет. А вот это вот кипяченые сливки. Добавляем треть объема шоколад и лопаточкой, которая на кондитерском языке называется спатула, оказывается. Вмешиваем все это дело в шоколад. Должна, говорят, получиться однородная эмульсия. Сливки нужно добавлять за 3 раза. Я не уверен насчет однородности. Похоже, шоколад у меня разделился. Вот, смотрите. Ну, однородно, на мой взгляд. Теперь в эту массу, теплую, надо отправить оставшиеся сливки, которых по рецепту 110 мл. Они должны быть холодными. Давайте взвесим. И отправляем их туда же. Снова перемешиваем. Да нет, текстура вроде хорошая. Ниточки тянутся, все дела. Ну, будем надеяться. Вы же знаете, я никогда не стесняюсь своих ошибок, потому что я знаю, что вы будете учиться на моих ошибках. И у вас все получится с первого раза. О, отличная эмульсия получилась. Надеюсь, все как положено. Теперь вот эту красивую вкусную жижку мы должны отправить в холодильник на 3-4 часа. Можно даже нам. Спасибо профессионалам, искушенным в кондитерском деле, чтобы не испортить наш ганаш. Было велено перелить его в маленькую мисочку и покрыть пленочкой не просто сверху, вот эту большой мой любимый тазик, а
чтобы пленочка лежала прямо на эмульсии. И тогда она не покроется корочкой. Конечно, очень уместные, очень логичные и правильные замечания. И теперь покрываем пленочкой так, чтобы пленка легла непосредственно на... Ну вы видали, в каких условиях приходится снимать? Короче, спасибо, конечно, женщине доброй за совет, умной и доброй. Ну блин, ну все, так вот. Пытаемся теперь эту пленку запендюрить прямо в миску. Вот, теперь-то у нас пленочка на поверхности точно не образует. Хотя я по-мужицки, знаете, как бы сделал? Сделал такой мешок, вылил туда и вот точно. Исключительно герметично. Вот это вот, миски, это все вот это. Аккуратно. Вкус хороший, технологию соблюли, оставляем на 4 часа. Ну что ж, пока у нас заготовка для нашего будущего крема остывала в холодильнике, мы совершили небольшую прогулку по городу. Погода сегодня была хорошая, вот видите, какие красивые у нас виды открываются с набережной, где сидит в кресле дедушка Чайковский. Город у нас красивый, к сожалению, только местами. Но все равно, в хорошую погоду он прекрасен, так же, как и вы. Ну что, торт наш состоит не только из крема, но, естественно, из коржей. Коржи у нас будут очень шоколадные. Туда уйдет 2 плитки шоколада. Вот такое небольшое количество муки, сахара, пачка масла, 4 чайных ложки кофе, потому что у нас шоколадно-кофейный. Пакетик ванилина, пакетик разрыхлителя и 4 яйца. Все ингредиенты, количество, будет дано в описании. Кролик. Значит, что нам нужно сделать? В первую очередь растопить вот этот шоколад в пачке масла в микроволновке, отделить белки от желтков, ну, наподобие бисквита. Немного взбить, потом взбить с желтками и добавить все сухие ингредиенты, а потом уже, добавить вернее растопленный шоколад с маслом, а потом уже все сухие ингредиенты. Ну что, приступим. Процесс первый. Отделение белков от желтков. Сахар отправляется к яйцам. Чтобы они лучше взбились, хорошо добавить вот буквально щепотку соли. Отправляем в миксер. Желтки ждут, шоколад объединяется с маслом и уходит в микроволновку. Смотрите, как у нас прикольно взбились белки. Добавляем туда 4 желтка и отправляем обратно. Но уже не взбиваться, так тщательно перемесить. Вот промежуточная стадия масла. Масло уже растопилось, а шоколад еще нет. А должно быть все такое жидкое или хотя бы пастообразное. Отправляем обратно в микроволновку. Смотрите, вот это. Шоколад у нас разошелся. Масло тоже разошелся, то есть расходился. Вот, посмотрим, что у нас в миксере там, я думаю. Вот, здесь видите, тоже все окей. Отправляем одно в другое. Я думаю, надо немножко так вот путем перемешивания остудим масло с шоколадом. А потом будем добавлять. Сейчас включу миксер. И буду вот эту жирошоколадную смесь добавлять в тесто. Так, духовка уже включена. Включена верхний, нижний нагрев на 170 градусов. Посмотрим, как все взбивается. Немного наша смесь неоднородна, миксер не захватывает до донышка и боковушек. Поможем ему руками. Ну и естественно, шоколад тяжелее, чем яйца взбитые, и он садится на дно. Все это взъежим вот так вот. И снова миксер. Мука и разрыхлитель. И ванилин. Разрыхлитель добавим. Ну и ванилин. Так, у нас же еще кофеек, у нас же шоколадно-кофейный торт. Все, обратно. Тем временем смажем форму. Она, конечно, антипригарная, но на всякий случай. Так, похоже, нашему миксеру снова надо помочь. Хотя нет, масса довольно равномерная, это только свет. Пахнет очень вкусно. Шоколадно-кофейный запах. Ой, и плюс ванилин. Дальше вариант такой. Мы можем вылить все в одну форму за раз и выпечь такой высокий торт, потом разрезать на 3 части. Но сверху точно получится горбушка, потому что, ну, середина, по крайней мере, в моей духовке, она все равно будет пропекаться медленнее, чем края прогреваться. Поэтому поднимется шапкой. Зачем она вам нужна? Давайте испечем 3 маленьких коржа. Так, вот это тесто разделим примерно на 3 части. Они будут... тоненькие, пропекутся быстро, но у них не будет такой горбушки. Все, да, в жар. Будем ждать. Прошло 7 минут. Вот наш тоненький коржичек, форма горячая. Так, давайте его перевернем.
на полотенце и положим на пленочку. Почему на пленку? Потому что я коржи изолирую друг от друга, чтобы они не потеряли влагу, которая в них была. Чтобы они не были сухие, их не приходилось сильно пропитывать. Давайте снова прикроем кусочком пленки. Второй. Ну и снова 7 минут. Прошли следующие 7 минут. Ну, вернее, 6,5. Будем доставать. Коржик номер 2. Прокидываем его на предыдущий. Ну и давайте снова прикроем пленкой, предохраняя пересыхание. Смотрите, намазывать мы ганашем будем завтра, но все-таки вот по рецепту торт положено пропитывать. Я думаю, мы сделаем не просто коньяком, не на базе воды, а с добавлением апельсинового сока. Мы выдавим сок из одного апельсина, добавим сахар, выпарим до нужной нам плотности, вязкости, и этим сиропом пропитаем коржи. Оставим их на ночь, а завтра взобьем ганаш и намажем наши коржи. Так, вот смотрите, вот в этой мисочке у нас получилось из апельсина где-то порядка 100 граммов сока, добавили 70 граммов воды, до 170 грамм жира, чтобы было, и сахара 120 грамм, плюс коньячка, так, ну, 2 примерно столовых ложки. Ставим все это выпариваться до растворения сахара. Так, между тем подошло время доставать последний корж. Вот он наш последний коржик. Давайте-ка его вывалим сразу на блюдо. Пусть донышко будет ровным. Давайте его прикроем. Пусть они все подостынут. Потом остынет сироп. Мы пропитаем и оставим на ночь в холодильник. Тужаем. Все совершенно остыло. Смазывать будем кисточкой. Ой, запах апельсина. Коньячка. Возможно, похоже от души, потому что сироп получилось много. Ну, видите, количество пропитки, крема, все это приходит с опытом. Мы корж намазали, чтобы завтра можно было оторвать один от другого, прежде чем намазать кремом. Будем прокладывать через пленку. Пойдем следующий. Ну все, я продолжаю мазать, а с вами встретимся завтра перед взбиванием ганаша и намазанием пленки. Доброе утро! Ночь прошла, наш будущий крем стабилизировался. Давайте попробуем его взбить. Снимем пленочку и переложим его в дежу. Ох, вкусная, наверное, штука. Ставьте себе 33% сливки черным. Ну, теперь уже не очень черный. Нежная. Ну что, в миксер и взбивать велено было на скорости не максимальной, а так на средней, чтобы не перебить сливки. Пока у нас там взбиваются сливки, давайте займемся тортиком. Приведем его в божий вид. Разделим коржи. Вот. Положим красивую подложку. О, шлёвы у нас было все типа профессионально. Вот в таком виде и будем намазывать. Посмотрим, что у нас со сливками. Ну вот, смотрите. Сливки взбивались где-то порядка 5 минут и превратились вот в такой вот. Я думаю, они плотнее не взобьются. Давайте мы их намажем. Сверху мы его мазать не будем, поэтому приблизительно разделим наши сливки на две части. Ну, пусть будет как-то так. Кладем сверху второй корж и вымазываем крем. А еще, если точнее, то ганаш. Что-то я неровно разделил. Крем, конечно, чрезвычайно нужный. Он не похож на масляный. Но я вам скажу, вот облизывание венчика и лопаточки показало, что он очень гораздо нежнее. Так бабушка делала. Допускается в домашних условиях. Вы знаете, не очень сладкий. Все, у нас третий корж. Он чуть-чуть потреснул. Но это не страшно. Ну вот, смотрите. Можно оставить так. Сейчас очень в моде торты а-ля натюре. Ну, то есть в таком виде, в каком они вот. Есть. Главное все-таки в торте вкус. Мы же с вами не скульптуру лепим из марципановой массы, а делаем вкусный шоколадно-кофейный с ароматом апельсина торт. В общем, в этом виде кроем пленкой и поставим в холодильник охлаждаться. А потом, возможно, слегонца польем шоколадной глазурью. Так, времени давайте терять не будем. Пока торт охлаждается в холодильнике, приготовим глазурь. На 100 граммов сахара нам нужно 50 граммов воды, 50 грамм сливочного масла и 2 столовых ложки какао. Значит, сначала приготовим сироп. Давайте возьмем 2 порции, 2 дозы приготовим. Значит, 100 граммов воды. Ну, да, вот, приблизительно. На это количество нам нужно 200 граммов сахара. Отправляем все это нагреваться на плиту. Пока готовится сироп, мы с вами приготовим смесь из какао и масла. Масло, значит, нам надо 100 граммов.
О, миллиметраж. И 4 столовых ложки какао. Но какао надо вмешивать в теплое масло. Пусть оно немножко подогреется. Может, я впихну недолго в микроволновку. Потом мы все это дело разотрем вместе с какао. Так, наш сиропчик. Еще не разошелся сахар. Ну, масло, в принципе, нормально. Будем добавлять какао. Ну, я думаю, можно добавить еще столовую. Вот наша масляно-какавная смесь. Теперь постепенно будем добавлять сюда сироп до нужной нам консистенции. Вмешиваем. Ну вот, вы видите, вмешивается довольно хорошо и несложно. Масса получается однородная. Когда я доведу ее до нужной кондиции, я вам покажу. Наш готовый глазурь. Достанем из холодильника торт и попробуем его намазать. Снимем пленку. Наш ганаш практически очень нежный по текстуре, не вылез. Ну давайте. Я, честно говоря, не очень люблю украшать. Тут нужна тщательность, аккуратность. На холодной поверхности торта глазурь прихватывается довольно быстро. Ну, в общем, как-то так. По периметру все обляпано глазурью, но это не страшно. Сейчас я аккуратно подоткру. Когда смотришь ролики в интернете по поводу украшения тортов, конечно, все это выглядит так просто бесподобно. Это очень красиво и кажется очень просто в исполнении. Когда начинаешь повторять, ну тут прям, знаете, муки какие-то, честное слово. Я, честно говоря, думаю, что для первого раза очень даже прилично получилось. То есть торт, конечно, я этот пек, но и вот именно его глазурью не поливал. Именно такой глазурью, потому что рецептов глазури бывает много. Я брал готовую, в магазине есть такая хорошая глазурь, ХАС, вообще никаких заморочек. Высыпаешь, перемешиваешь с горячим молоком, получается прекрасная, красивая глянцевая поверхность, размазать ее очень хорошо, удобно. Ну, вот это вот самодельная штука. На вкус почти шоколад. Снова отправляем в холодильник, дадим подстынуть, а потом разрежем. Итак, торжественный момент настал. Сил нет никаких терпеть. Прошел час остывания нашего красивого, вкуснейшего торта в холодильнике. Давайте я его вам покажу. Вот. Хотя глазурь декларировалась как глянцевая. Ну, не сильный глянец, хотя так, не скажу, что переливается как бриллиант в лучах ярких светильников. Но, тем не менее, в общем, ничего. Торец вот какой получился, видите? Ну, при моем, конечно, старании лучшего ожидать невозможно. Но, тем не менее, итак, давайте разрежем. Глазурь довольно плотная. Видите, тортик такой получился. Вот, смотрите, вот это очень шоколадные коржи из 2 плиток шоколада. Очень шоколадный ганаш со взбитыми сливками. 1 плитка шоколада. И очень шоколадная глазурь сверху. Ну, прям, знаете, шоколад в кубе получился. Вот. Я думаю, что это получился вполне неплохой заменитель пасхальному куличу. С праздником вас! Христос воскрес! Воистину воскрес! Живите, будьте счастливы!